расписать от начала до конца одну фигурку, ну, примерно один рабочий день тратится на это. Но поскольку у нас краски масляные, они сохнут не сразу, и поэтому в работе сразу несколько фигур, до десятка мы берем, чтобы подсыхало, пока делаешь одну операцию, вторая. Краска подсыхает, чтобы начать расписывать другой краской. Каждый год, какой-то предстоящий, следующий наступающий год, люди приобретают символ наступающего года. Следующий год это год быка. И у нас в нашем магазине представлены различные варианты из дерева быки, в росписи, из фарфора, из керамики, из стекла и даже из бронзы. То есть любой человек может, придя в наш магазин, выбрать себе по своему усмотрению какой-то символ года для себя в подарок.